соответствии с законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 года номер 213-З о лицензировании, лицензия как бумажный документ не выдается. Как быть, если нашей организации потребуется представить в какой-либо орган копию лицензии? Действительно, в соответствии с законом Республики Беларусь о лицензировании, лицензия – это право на осуществление вида деятельности, отнесенного данным законом к лицензируемому виду, предоставленное по решению лицензирующего органа. Лицензирующий орган по результатам рассмотрения заявления и иных определенных законом документов, представленных соискателем лицензии лицензиатом, принимает решение по вопросу лицензирования. В течение 3 рабочих дней после принятия такого решения лицензирующий орган направляет соискателю лицензии либо лицензиату соответствующее уведомление о принятом решении по вопросу лицензирования и вносит определенные законом сведения в единый реестр лицензий. Выдача лицензии как бумажного документа законом не предусмотрена. Однако лицензиат может обратиться в лицензирующий орган с заявлением о выдаче подтверждения представления лицензии на бумажном носителе. Форма заявления и порядок выдачи подтверждения определен постановлением Совета министров Республики Беларусь. Подтверждением является изготовленная и заверенная лицензирующим органом печатная форма лицензии из единого реестра лицензий. Подтверждение подписывается руководителем лицензирующего органа или уполномоченным им должностным лицом. Лицензирующий орган может уполномочить на выдачу подтверждения структурное подразделение этого лицензирующего органа, его территориальный орган, подчиненную организацию. Так, например, Гродненским облсполкомом на выдачу подтверждения на бумажном носителе представление лицензий, выдаваемых облсполкомом на оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий, уполномочено Управление торговли и услуг облсполкома.